О необходимости определить приоритеты развития Чувашии на ближайшие годы высказались республиканские единороссы. Дан старт общественной дискуссии, которую назвали «Чувашия – регион комфортного проживания». По словам лидера чувашских единороссов Николая Малова, в своей работе они будут придерживаться проектного принципа, столь хорошо зарекомендовавшего себя в последние годы. Это и проект «Детские сады детям», и ремонт школьных спортзалов, и многое другое. А вот более подробно точки приложения и усилий должны обозначить избиратели. Для нас очень принципиально, что этот проект, эта программа будет формироваться не где-то в стенах регионального исполкома, закрыто. Мы сегодня об этом ответственно говорим, выходим на дворовые площадки, выезжаем в сельские поселения. И для нас очень важно сегодня широкое обсуждение тех проблем, которые существуют у нас в республике, да и в Российской Федерации в целом. Партия и раньше опиралась на наказы избирателей. Эта практика себя полностью оправдала, подчеркнул глава Чебоксар Леонид Черкесов. Например, в прошлом году больше половины наказов жителей Чебоксара удалось выполнить до Нового года. Собранные предложения и пожелания обсудят в экспертных сообществах, на форумах и круглых столах. Таким образом, единороссы определят приоритеты развития Чувашии. Конечно же, мы понимаем, что на каждой встрече понимается проблема дорог в этом году. Эту проблему, конечно же, в комплексе, участвуя в федеральных программах, мы должны решить. Понимаем, что проблема ЖКХ, проблема здравоохранения. Конечно же, мы должны активно участвовать во всех федеральных программах, которые у нас есть.